Да, Дмитрий Ефраман, продукт менеджер по NGN в группе компаний Protei. Так, давайте я кратко расскажу о самой компании, также кратко расскажу о тех технических решениях, которые у нас есть, присутствуют. Компания Protei, как таковая, вообще началась с 1997 года. Из ЛНИС вышла целая плеяда специалистов, которые ориентировались и видели свое будущее в IP и в NGN. Собственно говоря, начали развитие. В 2002 году появилась компания NTC Protei. И с тех пор вот видите количество направлений, которые есть, и технических решений. Чтобы это все довольно-таки структурировать, была организована группа компаний. Вот Protei ETL занимается корпоративным рынком, и направление у него ВКС, соцсвит 4-5, ПМТВ, унифицированные коммуникации и что с этим связано. Давайте это вот, ну, если кратко. Наша география – это касаемо того, где присутствует решение от группы компаний NTC Protei. Здесь крупные проекты по Российской Федерации. То есть, ну, вплоть до 15 тысяч абонентов, если там про соцсвич. Ну, и так, задерживаться не буду. Если что-то интересно, там подойдете, спросите, обсудим. Так, про основные части. Что вообще есть в NGN, как таковой, у нас и для корпоративных, то, что интересно для корпоративных пользователей. Программный коммутатор 4 класса. Это соцсвич 4 класса, ставится где-то на региональных узлах, занимается маршрутизацией голосового трафика, сигнализацией, CDR-ки пишет, собственно говоря, мониторит состояние сетей. Соцсвич 5 класса, программный коммутатор 5 класса, занимается тем, что терминирует SIP-абонентов, дает им ДВО, также маршрутизирует их трафик, голос маршрутизирует, ну, собственно говоря, система записи переговоров и формирование CDR-ов. Это вот если кратко. Про транковые шлюзы. Решение это перегоняет трафик между коммутацией каналов в IP-сеть. Есть решение, вот про IM-switch 4 или 5 класса, это ставится на сервера на сами, ставится на виртуальные машины, собственно говоря, Astra Linux. Протанковые шлюзы – это одноюнитовое исполнение, есть 8 Е1, 6-юнитовое исполнение – это до 96 Е1. Собственно говоря, ставится тоже, если крупный какой-нибудь оператор связи и большое количество Е1 осталось, вот, пожалуйста, устанавливается к нему. Про абонентские шлюзы, вот в классическом виде, как у предыдущего оратора, собственно говоря. Решение... Ну, сейчас он умрет. Алло. О, слышно. Классическая телефония, одноюнитовое решение, шестиюнитовое решение. В шестиюнитовое решение ставится в определенном виде компьютер, на нем разворачивается софт-свич 5 класса, и на нем же также ставятся дополнительные модули FXS, FXO, ENDM, ADAC, KTC. Ну, собственно говоря, ничего сложного нету. До 700 абонентов FXS может быть поставлено, ну, в зависимости от требований заказчика. У нас также есть направление по ВКС. Ядро свое и оконечное оборудование. По оконечному оборудованию это довольно-таки широкий спектр терминального оборудования. Моноблоки 21 дюйм, 27, 15 дюймов. Для диспетчеров есть решения, есть выездные такие решения. Если мы на до 20 абонентов есть решение, до 20 абонентов в HD качестве можно собрать это минимальное какое-то решение, если
там, надо для небольшой ВКС комнаты. Если говорим про сервер, то это до 200 абонентов поддерживает, каскадируются, серваки собираются, тоже решение железное. Все оборудование в торпе. Свое производство. Про корпоративный менеджер, мессенджер Unicom. Смотрите, это такая история, как эволюционная. Собственно говоря, это то, что объединяет видео, аудио в одном интерфейсе. Здесь вы можете собирать на Unicom решении видеоконференц-комнаты, аудиоконференц-комнаты, чаты, передача данных, статусные сообщения. То есть это, собственно говоря, Telegram, но в более широком и в каком-то таком корпоративном понимании. Вся инфраструктура и все данные в итоге будут разворачиваться на предприятии, и вся информация замкнется внутри предприятия. То есть никуда-то не уйдет. Ну, естественно, если вы только развернете программное обеспечение на армах, если на сотовых телефонах, ну, там на iOS, либо на Android есть приложение, ну, понятно, там все-таки передать могут дальше куда-то. Вот так выглядит. Есть светлая тема, есть темная тема. Ну, интерфейс, в принципе, знакомый. Тут ничего сложного. Вот, касаемо того, что было до... Да, у нас была идея какая-то, идея дальше реализовалась техническую часть, программную часть, ну, логическое продолжение, сборка, тестирование, выпуск, поставка, все полностью свое, производство полного цикла. Ну вот что случилось после? После случилось то, что теперь у нас не какие-то идеи, а нам накидывают постоянно желания и просьбы от заказчиков. То есть заказчики просят чему-то соответствовать. Здесь даже, скажем так, не столько просьбы и желания от заказчиков подчас, но и просьбы и желания от нас самих тоже пойти нам навстречу, потому что слишком большой поток желаний и по доработкам, и по реализации какого-то функционала в наше решение. Ну вот, и теперь по кейсам то, что сейчас либо реализовали уже, либо вот в процессе, либо вот-вот уже выйдет. Ну, касаемо NGN, опять же. Смотрите, приходим на предприятие. Предприятие, если авария. Заказчики сразу говорят, мы хотим оставить пока что хотя бы давайте нам шлюзы, там 450-е, 430-е, поддерживайте H323 протокол. Ну, собственно говоря, это вот уже у нас финальная история, да, это делаем. Мы прекрасно понимаем, что заказчик сейчас поставлен в такую ситуацию, что год или два назад он только поставил 12 шлюзов, и здесь ему сверху приходит, коллеги, давайте все меняйте. Он готов поменять голову, он говорит, давайте мы поставим ваш софт-свич, ну вот это, хотя бы вот это, давайте поддержим. С одной стороны, мы можем поставить туда свой M-Access и заменить, но столько денег они сразу тратят, поэтому просят все-таки пойти навстречу, мы идем навстречу, дорабатываем свои продукты. По ЦИСКО. Если у заказчиков ЦИСКО, они просят поддерживать обязательно провиженинг, они просят функциональность поддержать, поддержать телефоны, там вот в частности личный кабинет здесь, либо мобилити. Это мы тоже поддерживаем, тоже доработали, личный кабинет уже есть, провиженим цисковские телефоны, здесь сложности никакие, там 78-е, 88-е серии без проблем. По ВКС, смотрите, так, цисковская периферия работает с нашими серверами, наша периферия работает с цисковскими серверами. То есть здесь на ощущение заказчика, как ему выгодно, так он и может менять. То есть если у него стоит задача поставить все-таки ну, сверху, соответствовать отечественности, он может что-то выбрать, что-то одно поменять. Выходит из строя цисковская конечка, меняет, ставит наш. Касаемо, да. По Полякову то же самое, такая же история. С оконечкой работаем, с центральной частью работаем. Да, здесь зеленые. Угу. Сильно давлю, видимо, на телефоны, на микрофоны. Так, есть вот это вот UC, то, что у нас унифицированная коммуникация. Если у заказчика ЦИСКО, ему все знакомо, это замена Jabber, он хорошо. Если у него Microsoft Teams, тоже пытаемся поменять, но все-таки это приватное облако, это не где-то разворачивается, это у него на сети.
собственно говоря, просят доработать, делаем доработки. Здесь сложностей никаких нету. Единственное, подчас заказчики просят какие-то вещи доработать, с которыми мы просто ставим их в определенный пул нашей дорожной карты и согласовываем. Кстати, если обратно вернусь, да, вот микрофон выключился. Ранее по ВКС это железное решение, а сейчас вот осенью выходит уже по ВКС у нас будет софтовое решение свое. Заказчики очень просят, чтобы все-таки был софт. Да, софтовое решение будет. Также просят трансляцию потокового видео. То есть, если вдруг генеральный директор готов поздравить всех своих сотрудников с Новым годом и надо подключить порядка там 2000 абонентов, то, пожалуйста, вот это будем дорабатывать. В принципе, в осенью это тоже функционал будет присутствовать. Так, тенс. Давайте, коллеги, спасибо большое. Да. Можно на АВАИ вернуться? Вот АВАИ шлюз с вашей центральной ЦТП компании Еврахим. Вот этот шлюз у вас будет работать с головой по 323-му? То есть... Нет. А как? 248. Хорошо. Помигак. 323 у нас телефоны. Вот, телефоны это... 323, да. Но да. Сами шлюзы, у них там такая проприетарщина. Да, я знаю, да. Поэтому да, я да, и да. спрашиваю, как вы да, их завязываете на голову? У них же там DCP, по-моему, какой-то, и в чистом виде SIP-а как такового нету. Вот, и разработчики у нас это преодолевают вот тем, что 248 с Мегакой и еще заодно какими-то дополнительными вещами. То есть, если интересно, мы можем это обсудить. Да, интересно. А, ну, тогда можем это обсудить. И, в принципе, стенд там в Санкт-Петербург, пожалуйста, приедете, посмотрите стенд, развернем. Если необходимо, там, ну, к вам можем выехать, развернуть у вас, потестироваться. Но это отдельно обсудить, да, надо, хорошо, там, сроки и так далее. Угу. Еще будут вопросы? Еще вопрос по абонентским устройствам. Телефоны у вас есть свои? Ну как, мы довольно-таки честная компания, мы всего не можем охватить. Вот, и если делать, то честно. Ну вот у нас своих телефонов нет. Есть прошивка, есть поддержка провиженинга, есть прошивки, которые вот E-Link, там вот под нас сам E-Link выпустил прошивку, которая работает 100% под нас. Кастомизируем, цисковские телефоны без проблем работают, с Qtech работаем, но на все разорваться нельзя, и мы лучше сконцентрируемся на чем-то одном, чем все будем хвататься, так, и где-то хорошо, не доделаем.